Всем привет, с вами я Racing Channel, и у меня сегодня на обзоре портативная колонка Wireless Speaker J22. Сейчас я вам покажу ее, вот она. Она в такой коробке поставляется, довольно-таки прикольная. Цена ее 600 рублей. Да, она китайская, ребята. Но очень хорошая, кстати, я сейчас ее покажу вам. Вот. Bluetooth она поддерживает, FM-радио, потом USB, обычные такие большие флешки и маленький трансфлеш. Цвета у нее черный, белый, зеленый, как что я взял, пинг, розовый, блю-голубой и отер. Ну, отер даже непонятно. По-моему, серый или еще какой-то. Ну вот, в общем, она вот в такой прикольной стильной черно-красной коробке поставляется. В китайской. Вот, ребят. Спецификации. Bluetooth version. Версия 3.0 плюс EDR. Дистанция 10 метров. Мощность 4 Ома, 3 Вт. Один динамик. Время проигрывания от 2 до 4 часов. Сигнал шум 85 децибел. Distortion от 0,5%. Батарея 500 мАч. И зарядка занимает всего лишь 2,4 часа. 2-4 часа. Так вот. В общем, коробка вот такая. Маленькая. Там ничего необычного такого нет, что и в той колонке, ребят, я вам показал. Чисто так проводки, да и все. Так, а вот сама колонка. И, ребят, да, хочу сказать, что это пока последняя колонка на обзоре у меня. Я покупать больше их не буду. В общем, давайте-ка мы ее включим, ребята, и послушаем. Да, кстати, вот сама колонка. Это включение-выключение. Это кнопка между, ну, этими модами, я имею в виду FM-радио, Bluetooth там и все остальное. Ну, следующий трек, ну, вы сами знаете. Вот такая качелечка. Так, а здесь, ребятки, находится вот. Обычная флешка, маленькая. И такой мини USB, ну, для зарядки такой. Маленький-маленький, крохотный. Значит так, давайте-ка, ребятки, я включу. Music play mode. Step back, here comes our best. 27 bad brains with the crazy fuss. Whoa, whoa, we are black. Сейчас, ребята. From the south to the north and south west. All around 27 bad brains.
вот, ребята, мы услышали вместе с вами, как она звучит, а звучит она очень хорошо, и, кстати, она собрана очень хорошо, ничего нигде не люфтит, не скрипит, не болтается, ничего, все нормально, все хорошо. И да, вот сегодня на улице с ней выходил, ну, ради тестирования, блин, это там у меня один пацан увидел, говорит, нормально качает и неплохо качает, вот я имею в виду вот эта самоколонка. В общем, ребят, одному там человечку вот такая колонка понравилась, и богу. Но она действительно, в действительности качает на улице, орёт, как резаная, блин. И басы у неё, кстати, вообще шикарные. Я за это уже ручаюсь и отвечаю, то, что тут все хорошо. И со звуком, и с басами все тут отлично, ребят. Не пожалейте, вот возьмите и приобретите вот эту саму колонку. Вот, серьезно говорю. Ладненько, ребят. Я буду на этом обзор заканчивать. С вами был я, Racing Channel. Желаю вам всем здоровья и всего самого лучшего. Всем пока.